обзор базы отдыха Бригантина, только как бы сказать сзаду наперед. Пляж, конечно, подводит. Вот посмотрите, вот такой вот пляж. Сегодня волна и пляж отсутствует на базе отдыха Бригантина. Так, пойдем дальше. Вот такая вот аллейка здесь выложена плиточкой. Вот такие вот корпуса. Такое мини-кафе. Мини-футбольное поле. И вот начались такие вот сайдинговые домики. По ценам трехместный домик 470 гривен, мне говорили. Душ, туалет один там на 4 семьи. Вот здесь в корпусе я вам не подскажу цены. Но я думаю, не дороже, наверное. На четверых вот такой вот сайдинговый домик 580. Будем идти далее вглубь. Ну, база чем хорошая, то что много зелени. За территорией ухаживают. Вот такие вот столики между домиками. Настоящая турбаза. Даже вот такой есть мини-фонтан. Фонтан-горка. А вот эти вот сайдинговые, ой-ой-ой, домики со сруба, по-моему, мне говорили 1300 цена в сутки. Ну, там ванна, туалет, душ и, по-моему, даже со своей кухней они. Здесь кухня одна на 4 семьи. Территория хорошая, зеленая. Сейчас пойдем детскую площадку глянем. Вот такая здесь центральная широкая аллея. Много лавок. И вот такая вот мангальная зона и детская площадочка. В этом году доставили вон такую еще пластиковую горку. Ну, база отдыха не новая, поэтому территория озеленена. Вот такие вот тополя. Одна сторона дома со сруба, а вторая сайдинг. Столовой на самой базе нету. Там или на соседнюю нужно ходить на автомобилист. Ну или привозят здесь готовую еду. Ну или готовить самому. Ну тут еды, готовой еды привозят кучу, поэтому кто не хочет заморачиваться, вариантов миллион. Было бы желание. Ну также присутствует, вы видели, там мини-кафешка какая-то прям на базе. Ну по ценам вам не скажу, не заходил, не смотрел.
Ну, такие вот декорации, такие вот клумбогорки. Еще такая мини-площадочка. Домик для детей вот такой вот. База отдыха неплохая, но пляж, конечно, отсутствует, можно так сказать. Вышел с домика и пошел купаться. Полежать, поваляться особо негде. Если получится, вам покажу еще сам номер, там, где в сайдинге, там брат снимает сейчас номер, приехал, поэтому есть возможность. Но вот эти вот со сруба 1300, а те 580. Вот такая еще мангальная зона барбекю. И здесь началась уже автомобильная стоянка. Я понял, там на основную стоянку автомобили не влазят. И остальные паркуют здесь. Потому что за самой базой отдыха, наверное, есть тоже стоянка. Только я понял, это, наверное, может быть платная, если на территорию загоняешь машину. А за базой бесплатно. Ну, сейчас посмотрим. Вот так вот все здесь зелено. Четвертое июля, погода классная. Вот такие вот тележки, я понял, кому доставить нужно багаж. Берут, пользуются. Тут еще такой вот, можно как сказать, фонтан. Домик добра. Вот так вот. Врач-педиатр. Администрация. Ну и вот сам вход. И это автостоянка. Тут такой вот магазинчик.